1 Петра, 4 глава, 10 стих. «Служите друг другу каждый тем даром, который получил, как добрые домостроители многоразличной благодати Божьей. Говорит ли кто? Говори, как Слово Божье. Служит ли кто? Служи по силе, какую дает Бог, дабы во всем прославился Бог через Иисуса Христа, которому слава и держава во веки веков. Аминь». Служите друг другу. Служите друг другу каждый тем даром, который получил. Знаете, апостол Павел также римлянам в 12 главе, он тоже похожее слово говорит. «Итак, по данной нам благодати имеем различные дарования». 6 стих. «Служите друг другу каждый тем даром». Знаете, каждый, мы это знаем на основании Священного Писания, что нету неодаренного человека. Нету людей, которые не имеют дара. Каждый из нас, мы имеем нечто, в чем нуждается наш ближний. Он говорит, служите каждый тем даром, который ты получил от Господа. Служи друг другу. Знаете, что-то открывается, когда мы начинаем служить друг другу, когда мы не просто удовлетворяем себя только на том, что я могу быть хорошим христианином, приходя в церковь, общаясь с людьми, может быть, приходить еще на молитвенное служение, и все на этом. И как моя жизнь идет дальше, никого не волнует. Но апостол Петр призывает, чтобы мы служили. И знаете, здесь нету того возраста, который он определил. Служите, когда вы молодые, служите, когда вы уже наберетесь мудрости, вы будете в среднем возрасте. Служите, когда... Он говорит, служи каждый. Каждый. Без разницы, сколько тебе лет, без разницы, сколько ты верующий, у тебя есть определенный дар, который Бог вложил в тебя. Бог вложил в тебя этот дар, и Он хочет, чтобы этот дар в первую очередь... Он раскрывался в теле. Потому что мы не просто приходим в церковь, мы являемся его телом. И он говорит, мы служим, и этим самым мы строим дом Божий. Мы созидаем что-то. Бог дал тебе возможность, чтобы ты не просто служил, и это просто ты сделал приятно кому-то. Делая кому-то приятно, ты служа кому-то, этим самым Божье тело, оно созидается. Ты становишься этого прекрасного, то, что Бог однажды сотворил на этой земле, то, что он, за что Он заплатил огромную цену, и Он приобщает тебя. Может быть, такого незаметного, может быть, такого, который считаешь себя неспособным, Он приобщает тебя к своему телу, тогда, когда ты начинаешь служить. Не когда ты просто приходишь в церковь, не тогда, когда ты просто, может быть, сидишь, и думаешь, что когда-то придет время, когда-то я услышу голос Божий, когда-то Бог проговорит мне, когда-то, и, может быть, жизнь проходит, а вокруг есть люди, кому можно послужить. Есть всегда вокруг нас нужда. Мне запомнилось, как когда у нас был Билл Уилсон, он сказал такую фразу, что пробуждения приходят и уходят, но то, что я делал, я буду продолжать это делать. Я видел нужду служить детям, я буду продолжать им служить. Мне не нужно особое пробуждение, чтобы вдохновило меня служить детям. Он принял решение служить детям, и неважно, есть на это эмоции или их нету. Он знает, к чему он призван. Он знает, кто он. И он делает то, что он должен делать. Когда мы начинаем служить, когда мы начинаем приобщать себя к этому, к этой тайне, которую Бог совершает на этой земле посредством своего тела, когда мы приобщаем, мы находим, кто мы в первую очередь.
Нам не нужно быть кем-то, нам не нужно кого-то копировать, нам не нужно что-то воплощать, не то, что мы не являемся, но мы находим, кто мы. Мы чувствуем себя хорошо, потому что мы знаем, кто мы. И это благодаря тому, когда мы начинаем служить. Знаете, когда мы что-то делаем, и очень часто люди, они могут путать служение с титулами. Ну, я ж не тот. Но служение не имеет ничего общего с, может быть, какими-то титулами, которые мы построили в своем религиозном разуме. Служение — это просто, когда ты видишь нужду, и ты реагируешь на эту нужду. Ты просто реагируешь на нее. И в процессе твоей реакции Бог начинает открывать дар, который Он уже поселил в тебя. И этот дар начинает открываться. Может быть, лет 12-13 назад у нас был один из первых молодежных кемпов. И во время служения мы сидим, слушаем слово. И слово было простое. Даже я даже не помню, о чем была проповедь. Но факт тот, что все, что я помню, это в этой проповеди я четко услышал, как внутри меня. Это не просто был какой-то шум, или это просто внутри меня пришла четкая уверенность, что ты свободен. Просто вот ты свободен. Уже в служении, уже. И я четко, знаете, когда вот Бог говорит, и ты точно знаешь, о чем идет речь. Тебе не нужно объяснений, тебе не нужно, может быть, дополнительных каких-то притч. Ты четко знаешь, к чему это слово. И знаете, на то время я находил себя постоянно в борьбе. Вот у тех успех, надо делать то, что они делают. У тех успех, надо делать то, что они делают. У тех, вот тот вот так вот проповедует, надо вот слушать его проповеди, вникать. Но в тот момент я четко понимал, что Дух Святой говорит: ты свободен. Тебе не нужно играть роль. Тебе просто надо быть самим собой и реагировать на то, куда Он тебя поместил. Делать то, что ты можешь делать. Знаете, когда человек начинает быть самим собой, когда он входит в это призвание, почему-то все начинают хотеть быть им. Потому что думают, что что-то особенное. Нет, будь самим собой и делай то, к чему Бог призвал тебя. «Дабы во всем прославился Бог через Иисуса Христа». Через это, когда мы служим, прославляется Бог. Когда мы начинаем служить людям просто, в простоте, этим самым прославляется Бог. Знаете, вот пример, который Джордж привел, просто заплатил за кого-то, и 80 человек начали друг за друга платить. Представьте себе, если каждый из нас мы возьмем на вооружение себе такую мысль постоянно служить. Я иду в Дом Божий, Господь, покажи мне человека, кому я могу просто подойти, вдохновить, ободрить. Дай мне слово от Тебя, вложи в мое сердце, что я могу сделать, кого, может быть, я могу пригласить, кого я могу угостить, чем я могу послужить. Представьте себе, если каждый из нас мы начнем в этом двигаться. Как бы хочу чуть-чуть отклониться. Знаете, когда мы начинаем задействовать себя в служении, когда мы начинаем реализовать себя, когда мы начинаем видеть нужду, то к чему призвал нас Бог. И одно из призваний мы видим в Священном Писании, это есть освящение наше. Апостол Павел говорит, что воля Божья есть освящение ваше. И вот этот процесс нашего освящения, он очень тесно связан с нашим служением друг другу. Тогда, когда мы начинаем служить друг другу, тогда что-то начинаем мы видеть внутри себя.
Мы начинаем видеть, где нам нужно меняться, над чем нам надо работать. Мы это видим в процессе нашего служения друг другу. Хочу прочитать несколько мест об освящении. Первая Фессалоникийцам, 5 глава. «Сам же Бог мира да освятит вас во всей полноте, и ваш дух, и душа, и тело во всей целостности да сохранится без порока в пришествии Господа нашего Иисуса Христа. Верен призывающий вас, который и совершит это». Знаете, мы в Старом Завете мы видим, когда Бог давал повеление Моисею построить скинию, то там был определенный порядок, который относился к сосудам, ко всем принадлежностям, которые находились в скинии, и также да, к Аарону и сыновьям его. То есть после того, когда было помазано все то, что принадлежало скинии, это считалось святым, отделенным. Этим самым уже никто не имел права пользоваться, как пользовались, может быть, до этого. Это уже было освящено, это принадлежало Богу, и только Бог имел право использовать, только Бог мог иметь право употреблять это. И это использовалось только в его скинии. И Бог очень строго взыскивал с тех, которые использовали эти сосуды не по назначению. Он строго взыскивал. И здесь Павел говорит, что Бог призывает нас, чтобы мы были святы. Воля Божья есть освящение наше. «Ибо призвал нас Бог не к нечистоте, но к святости». Знаете, у нас есть призвание. Может быть, кто-то молится о призвании. Какое же есть? Одно из призваний – это наше освящение. В Откровении написано, что «святой да освящается еще». И вот, имея это призвание, хочу вернуться в место, которое мы читали, Петра. «Как добрые домостроители многоразличной благодати Божьей». Многоразличной благодати Божьей. Римлянам апостол Павел говорит, по данной мне благодати каждому из вас говорю, чтобы вы думали о себе по мере веры. У апостола Павла была своя мера, может быть, веры, благодати. Но здесь апостол Петр говорит, что как добрые домостроители многоразличной благодати Божьей. В английском в одном из переводов написано «те, которые умеют направлять Божью благодать». Знаете, Божья благодать дана нам не... Может быть, очень часто мы направляем Божью благодать, чтобы прославить свое имя. Может быть, мы направляем Божью благодать только на то, чтобы Бог покрыл, может быть, какие-то согрешения, какие-то промахи в нашей жизни. Но Божья благодать дана в первую очередь, мы здесь видим, чтобы тот дар, который Он вложил, чтобы он был раскрыт в нас. Не нашими усилиями, не нашими способностями, но Божьей благодатью.
И когда Божья благодать в действии, тогда, когда мы служим кому-то, то Бог принимает славу. Мы понимаем точно, когда мы, может быть, говорим слово кому-то, и это слово, то, что они должны услышать прямо сейчас. И человек реагирует и говорит, это то, что мне надо было услышать. И ты понимаешь, что это не ты. Это не ты, это просто Божья благодать тебя сейчас просто использовала. И человек получил нужное слово в нужный момент. Многоразличная благодать. Знаете, можно направлять эту благодать на то, чтобы просто, когда ты споткнулся, ты приходишь, Господь, я верю в эту благодать, которая покрывает, и это есть истина. Но благодать, которая ведет нас дальше, она вводит нас в служение людям. Оно делает нас сильнее, и мы направляем эту Божью благодать. Мы движемся вместе с нею, как добрые домостроители Божьи. Сам же Бог мира да сотворит вас, соделает вас во всей полноте. Извиняюсь, 24 стих. Верен призывающий вас, который и совершит это. Речь идет об освящении. Верен призывающий, который и совершит это. Если Он дает нам такое поручение, чтобы мы стремились к святости, чтобы мы стремились к нашему освящению. И я вспоминаю место, где апостол Павел Римлянам в 7 главе, где он говорит, что «бедный я человек, кто избавит меня?» Кто избавит? Он осознавал внутри себя, он осознавал то, что у него есть внутри желание делать добро. У него есть желание, может быть, поступать правильно. У него есть желание, может быть, жить свято. Но он не мог это делать сам по себе. Он не мог это делать. И только потом он восхищается и говорит, но благодарение Богу. Но благодарение Богу. И здесь Павел говорит, что верен обещавший, который и совершит это. Бог совершает наше освящение. Мы сами по себе, мы не можем осветиться. Мы не можем. Нам надо уйти, может быть, в горы куда-то, чтобы как-то себя хранить от этого мира. Но даже у монахов этого не получалось. Но Бог может освящать своих. Он может это делать. Потому что Он верный. Он говорит, верен обещавший, который и совершит это. Иеремии написано, что освящение наше у престола Божьего. Наше освящение – это там, в Его присутствии. Это там Он открывает, кто мы по сути. Это там Он говорит, как мы можем измениться. И Он нас освящает. Он есть наше освящение. Знаете, иногда мы, как христиане, мы верим в это, и мы понимаем, да, Господь есть мое освящение, Он есть мое оправдание, Он есть мое исцеление. Мы верим. И очень часто эта вера похожа на веру Марии. Тогда, когда ее брат умер, Лазарь, приходит Иисус и говорит, Он воскреснет. Да, Господи, я верю, что Он воскреснет в день воскресения. Иногда мы тоже верим, что да, когда-то это произойдет, Господи, ну Ты же исцеляешь, ну Ты же действительно, когда-то я смогу преодолеть тем, с чем я борюсь, когда-то я смогу войти в свое призвание, тогда когда-то я смогу увидеть. Но Иисус говорит, Он говорит, я есмь воскресение. Я есмь воскресение. Другими словами, Мария, чтобы ты понимала, что я есть им воскресение, я имею власть сказать ему прямо сейчас, Лазарь, выйди вон, и он выйдет вон, потому что я есть им воскресение. Тогда, когда апостол Павел говорил, что он верен, и он совершит это, он совершает это сам, когда мы находимся в нем, когда мы пребываем в нем. Поэтому апостол Павел Римлянам 8 главе говорит, что нет никакого осуждения тем,
которые во Христе Иисусе живут не по плоти, но по духу. Которые пребывают в Нем. Которые видят не просто... Знаете, вспоминаю пример Руфь. Она приходила на поля собирать колосья. И вот очень часто наша жизнь, она очень сильно похожа на жизнь Руфи. Тогда, когда нам надо, мы почувствовали, что мы где-то споткнулись, нам надо освящение, нам надо прощение. Мы идем на это поле, чтобы поднять этот колосик. Но пришло время в жизни Руфи, когда Наамин говорит, не поискать ли тебе пристанище. Знаете, пришло время в ее жизни, когда она больше не приходила на это поле собирать. Она уже жила там. Она уже обитала там. Это поле уже не просто было ей чужим. Это поле уже принадлежало ей. И все, что принадлежало Воозу, оно принадлежало ей, потому что она поселилась там. Бог желает, чтобы мы не просто приходили от случая к случаю в Его присутствие, чтобы получить что-то. Он желает, чтобы мы находились в Нем. Чтобы освящение, чтобы мы не просто... Когда что-то переживали эмоционально, мы нуждались и говорили, да, Господь, мы нуждаемся в этом освящении. Но чтобы мы постоянно пребывали в Нем, потому что Он есть освящение наше. Он есть не твои усилия, не твои знания Писания, но Он есть освящение наше. Когда мы находимся в Нем. Апостол Павел говорит также такое слово Колоссянам, ибо благоугодно было Отцу, чтобы в Нем обитала всякая полнота. Богу было угодно, давая Иисуса Христа для людей, чтобы в Нем, в Иисусе Христе, обитала вся полнота. Знаете, когда ангелы пришли возвестить эту добрую новость, что будет или что родился Иисус Христос, они говорят, что Сын дан вам. Сын дан вам. И апостол Павел говорит, что Богу было благоугодно, чтобы в Нем, в Иисусе Христе, обитала вся полнота. И тогда, когда мы понимаем, когда мы находимся в Нем, все то, что принадлежит Ему, все то, что находится на этом поле, все обетования, они да и аминь. Я не просто прихожу на это поле тогда, когда мне плохо, когда у меня определенная нужда, но я нахожусь в Нем. Я пребываю в Нем. Я стараюсь всеми силами находиться в Нем. И знаете, когда мы находимся этими добрыми домостроителями Божьими, как никогда ты начинаешь понимать, насколько тебе необходимо Его присутствие. Не просто время от времени, а осознавание, что ты в Нем, что ты находишься в Нем, что ты не просто ждешь, может быть, какого-то особого момента в своей жизни, но ты понимаешь, как апостол Павел говорит, чтобы вы были сосудами в чести, готовыми на всякое доброе дело, чтобы ты был готов не просто сидя во время служения, но чтобы ты был готов завтра, чтобы ты был готов послезавтра на всякое доброе дело. Бог предназначил тебя к определенным вещам, которые ты и я, мы должны исполнить. Ибо в Нем обитает вся полнота Божества телесно. И вы имеете полноту в Нем, которая есть глава всякого начальства и власти. Ибо в Нем обитает вся полнота Божества. Ибо в Нем обитает вся полнота. Я просто в это воскресенье хочу, чтобы каждый из нас, чтобы мы не остановились на достигнутом. Не остановились на достигнутом. Когда не пришли в это состояние, что там, где я сейчас нахожусь, мне достаточно. Но чтобы мы, забывая заднее, простирались вперед, потому что то, что ты сейчас имеешь, это только начало.
И если сегодня мы еще находимся на этой земле, если сегодня мы еще вдыхаем этот воздух, то значит, Бог не закончил с нами. Он не закончил с твоим призванием. Он не закончил. У Него есть определенные цели для твоей жизни. Если ты еще находишься на этой земле, то Он не закончил с тобой. У Него есть цель для твоей жизни. И Он хочет это раскрыть через тебя. Знаете, может быть, ты как Лазарь, который уже твое призвание где-то там умерло, и ты считаешь, что все, это уже никогда не совершится. Но Он есть воскресение. В Нем обитает вся полнота. В Нем обитает, может быть, твой прорыв. В Нем обитает то, в чем ты нуждаешься. В Нем твое исцеление, в Нем твое избавление, в Нем твое благословение. Это в Нем. Он есть воскресение, и Он имеет власть. Он имеет власть сказать в твою судьбу, Он имеет власть проговорить, и вещи изменятся. Почему? Потому что Он есть тот, который Бог поместил всю полноту в Него. Поэтому апостол Павел говорит: «Я молюсь, чтобы Господь просветил очи сердца вашего, чтобы вы могли познать вот эту всю глубину, то, что Бог сокрыл в Иисусе Христе». Он говорит: «Я молюсь, чтобы Бог открыл». Оно не происходит просто, когда мы читаем, когда мы что-то знаем, но когда мы пребываем, как Иеремия говорит, что освящение наше у престола Божьего, когда мы пребываем в Нем, Он начинает открываться нам. Знаете, люди, те, которых Бог использует, они не всегда, как мы видим, может быть, на сценах, не всегда там знаменитые или еще что-то, но только Бог знает, кто как его прославляет. Только Бог знает. Мы по-человечески, может быть, говорим, что вот этот человек великий. А Бог смотрит, может быть, на какую-то бабушку и говорит: вот этот человек великий. В Божьих глазах мы все, что мы должны, это поступать искренне, как добрые домостроители. Как добрые домостроители тем, которым дана благодать, и мы ее направляем. Мы те люди, которые можем сосредоточить все или на себе, или чтобы Его имя в нашей жизни было прославлено. Чтобы тогда, когда что-то я сделал, чтобы я понимал, что то, что это происходит, это не по моим заслугам, но это просто Божья благодать. И я нахожусь в Его руках. Он просто использует меня. И этим самым Его имя прославляется. Давайте мы встанем. Аллилуйя. Господь, мы благодарим Тебя. Господь, мы благодарим Тебя за то, что Ты призвал каждого из нас. Господь, Ты определил нас жить именно в это время, в этой местности, Господь. Это все от Тебя, Господь. И сейчас в Твоем присутствии, находясь, мы осознаем, Господь, то, что Ты имеешь свое предназначение для каждого из нас. Ты имеешь свой план, Ты имеешь свои желания для каждого из нас. Господь, мы осознаем это, мы понимаем это, Господь, и мы знаем, что то, что Ты определил для каждого из нас, мы не можем это совершить сами по себе. Господь, мы не можем это сделать своими усилиями, но способность наша, она пришла от Тебя. Ты сделал нас служителями Нового Завета. Не буквы, но Духа. Господь, мы благодарим Тебя, что сегодня мы являемся служителями Нового Завета. Господь, и Ты дал нам свои дары. Ты дал нам свое призвание. И мы желаем, Господь, чтобы Ты вел нас дальше. Веди нас дальше в освящении. Веди нас дальше, Господь, в нашем служении другим. Господь, и чтобы во всем этом Твое имя, Господь, было прославлено и возвеличено. Мы благодарим Тебя за то, что Ты искупил нас, Ты оправдал нас, Ты простил нас, Ты омыл нас Своей кровью, и Ты дал нам Сына Твоего, Иисуса Христа. Господь, благодарим Тебя за это. Аллилуйя! 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 Аллилуйя, аллилуйя, аллилуйя. Мы смиряемся перед Тобой еще и еще, осознавая, что все от Тебя, все Тобою, и все идет к Тебе, Господь. И мы благодарим Тебя за то, что мы можем быть
Твоими сосудами. Мы благодарим, Господь, за то, что Ты есть освящение наше. Мы благодарим Тебя за это. Аллилуйя. Ты единственный достоин всей славы.